фокус на ковры. Бомба уходит на базу Б. Открываются ковры. Кейден с ним справляется. А и на базе Б по-прежнему сидит Тессос. И Тессос сидит в бусте, видит игрока атаки, слышит его топот. Говорит, вот он, ой-ой-ой, ребятки. О, вот это подарочки. Это как так? Это законно вообще? Ох ты ж, боже мой, Тессос! Обрати внимание, как хладнокровно Тессос сидел на базе Б.